это очень тяжело терять свою дочь. 22 года. У мечети Тауба сегодня многолюдно. Десятки людей объединило общее горе. Родные, друзья и коллеги прощаются с Аделиной Загриевой. Она была жизнерадостным, ангелочек. На самом деле, всем помогала, никому не отказывала. Открытая, приветливая, трудолюбивая, в ней не чаяли души родные и уважали коллеги. К своим 22 она уже успела 3 года поработать в структуре КАМАЗа. Она была очень приятной девушкой, отзывчивой. Не слышала никогда, чтобы про нее кто-то что-то плохое говорил. Милая, приветливая. Отзывчивая, добрая девочка, которая, как уже говорили, наверное, все, она любит обнимашки. Утро начинается с обнимашек, заканчивается обнимашками. Тем роковым вечером Аделина Загриева была дома. После взрыва газа ее придавило бетонными плитами под завалами. Она провела 2 часа. Аделина пережила клиническую смерть. Несмотря на все усилия врачей, скончалась на операционном столе. Я всех вас благодарю. Я желаю, чтобы вас не коснулась такая беда, как меня. Родители признаются, за несколько дней до смерти Аделина обещала познакомить их со своим любимым человеком. Это единственное слово, которое она не сдержала. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Набережные Челны.